Коттеджный поселок Марина. На берегу реки в 10 километрах от Оренбурга. Школа, детские сады, поликлиника и другие социальные объекты. 65 тысяч рублей за сотку со всеми коммуникациями. Здравствуйте! На телеканале Рика ТВ с вами программа «Каждый день». Лаконично расскажем вам о том, что посмотреть на канале Рика и в кинотеатре «Локомотив». Как провести свой досуг полезно и интересно, и, конечно, о погоде в городе и области 5 августа. В Мартуке ясно и более того жарко. Температура воздуха составит плюс 36 градусов. В Алге малооблачная погода, столбики термометров покажут плюс 33 градуса. В Хромтау 30 градусов, малооблачно. В Батамше синоптики прогнозируют небольшой дождь, плюс 32 градуса. И в Шалкаре ясно, без осадков, плюс 34 градуса. А сейчас о погоде в Актобе. На улице Есет Батыра за поликлиникой «Дом ветеранов» актюбинские волонтеры за свой счет сделали аллею, установили тематические скамейки, провели освещение. Со святых мест привезли камень исполнения желаний. Площадь счастья – так называется новая достопримечательность Актобе. Это волшебное место, где по поверью можно помириться с тем, с кем в ссоре, найти свою половинку, загадать желание, которое обязательно сбудется. Аллея счастья – знаковое место отдыха для приятных прогулок, дружеских встреч, задушевных бесед, знакомств и, конечно же, свиданий. В пятницу 5 августа на телеканале Рика ТВ в 21:20 вы можете посмотреть фильм «Эффект Колибри». Джоуи Джонс – бывший спецназовец, который во время очередной операции потерял своих друзей и сослуживцев. Этот случай навсегда оставил след в его психике. Теперь он обычный, бездомный, пытающийся уничтожить себе убийцу с помощью алкоголя. Однажды судьба преподносит ему шанс начать жизнь заново. Его замечают представители китайской мафии и дают ему работу. Часть заработанных денег он тратит на благотворительность, бездомным покупая им еду и теплые вещи, которые передают через польскую монашку Кристину. С ее помощью он также пытается найти свою подругу Изабель, с которой он жил в одной коробке, когда у него не было крыши над головой. Через некоторое время он узнает, что девушка была убита, и к этому убийству причастна мафия. Джоуи, у нас проблемы. Поздно уже, ребята. На поезд опоздаете. Говорят, ты человек жесткий. Совсем как этот город. Работа нужна? Да. Ты знаешь, чем я занимаюсь. С дороги, дружище. Джоуи, хорошо выглядишь. Совсем другой человек. Я делаю, что могу. Вчера нашли тело девушки. Это Изабель. Лето, пора отпусков, каникулы, летом гораздо больше времени на интересный досуг. Наших маленьких зрителей и их родителей приглашаем в кинотеатр «Локомотив». Напоминаю, там вы можете посмотреть мультфильм «А где дракон?». 12 знаков зодиака изначально живут в очень дружном мире. В нем царит доверие, вежливость и умиротворенность. Но в чудесный мирок приходит зло, а если быть точнее, то огнедышащий дракон. Один из 12 знаков пропадает, и если его не вернуть, конец для дружного мира будет печальным. И тут наступает время отважной девочки Дженнет. Дракон. В
Вы смотрели программу «Каждый день». Увидимся в эфире телеканала Рика ТВ. Всего вам хорошего и до встречи. Коттеджный поселок Марина. На берегу реки в 10 километрах от Оренбурга. Школа, детские сады, поликлиника и другие социальные объекты. 65 тысяч рублей за сотку со всеми коммуникациями.